Еще одна! Получилось. Что ж, отличная работа. Похоже, нам не стоит опасаться того, что этот вирус попадет в Штаты. Осталось только выяснить, нет ли еще подобного рода грузов. Нужно навестить Сэма в книжном магазине. Может быть, нашим агентам посчастливилось найти сведения о вирусе и о людях из Прометея. Договорились. Мне нужно кое о чем позаботиться, когда мы попадем на берег. Там и встретимся. Я предупрежу Сэма, чтобы ждал нас. Отлично. Простите, мы уже закрылись.
срочно нужна книга «Огненные дни». Простите, ее изъяли из продажи. Мне сказали, здесь можно сделать спецзаказ. Думаю, я могу вам помочь. Сэм, рад тебя видеть. Тейлор. Рада тебя видеть, Джон. Привет, Джон. Пойдем, у нас много дел. Тейлор говорит, твоя миссия была успешной. Двое твоих подчиненных перенесли вирус морской звезды. Хорошо сработано. Спасибо. Времени было в обрез, но мы справились. Ничего другого я от тебя не ожидал, старина. На кой черт здесь только охраны? Санта-Моники захватили оружие конторы. Ну, скажем, я был немного занят. Да уж, я думаю. Расследование еще идет. Наши агенты до сих пор не знают, что именно произошло. При таких обстоятельствах осторожность не помешает. Похоже, Вергара знает довольно много обо мне и о конторе. Понятия не имею, откуда у меня такая информация. А эти события могут быть как-то связаны? Думаешь, это работает изнутри, Джон? Шпион? У меня предчувствие. Но это может быть... Похоже, среди нас шпион. Мы займемся этим. Хорошая идея. Как ты сказал, осторожность нам не помешает. Наш департамент расследований пытается уловить связь между этими инцидентами с Прометеем, Вергарой и Морской Звездой. Начальство действительно хочет немедленно убрать группу Прометей. По тем сведениям, которыми мы располагаем, они очень опасны. Мы с Сэмом связались с нашими агентами, Джон. Я думаю, скоро что-то будет. Мы выяснили, что Мануэль Вергара связана с тем человеком, Алексеем Накрейдом. Накрейд – бывший КГБист, Джон. Очень опасен. У нас есть только одна его фотография. Я встречался с ним раньше. Он был в Колумбии с Вергарой. Он убрался оттуда, как только мы приехали. У нас есть сообщение из Пурезы. Мы добрались до исследования лаборатории через ключ Ромул в базе ФБР. Интенсивные поиски привели к мифологическим героям Рима. Наиболее известный из них Прометей. Но что-то все равно не сходится. Мы выяснили, что Ромул – это кодовое название мутагена из Пурезы. Когда мы установили связь между Ромулом и Прометеем, у нас появились зацепки по поводу некоего вируса, носящего название «близнецы». Наши агенты пошли дальше и выяснили, что так называемый вирус близнецов – это не что иное, как двузвенный компонент, состоящий из Ромула и другого неизвестного элемента – Рема. Да, мы думаем, что это родственный вирус Ромула, но у нас нет ни малейшего понятия, в чем заключается его действие. Не нравится мне все это. Наше расследование зашло в тупик, когда мы перехватили сообщение, касающееся Прометея и, что более важно, Рема. Согласно сообщению, Рем в данный момент разрабатывается в Гонконге. У нас даже есть координаты. Кто автор сообщения? Кто-то под ником Чокнутая Один. Это все, что нам известно. Кем бы ни была эта Чокнутая, она очень удачно прячется от ФБР. У нас нет никаких зацепок. И как мы узнаем, кто эта Чокнутая Один? Не знаю. К сожалению, это вся информация. Ладно, когда мы выдвигаемся? Делай, как знаешь, Джон. Я собираюсь оставаться здесь и помочь Сэму накопать побольше информации о Ромуле и Чокнутой Один. А также собираюсь выяснить, какую роль во всем этом играет Алексей Накрейд. Мы договорились, чтобы тебя переправили в Гонконг. Все уже готово. Я сообщу тебе, как только мы что-нибудь найдем. Я сделаю так же. Будь осторожен, Джон. Ты тоже.
ที่มันโถตองบ Перевозка! Стоит переговорить с турагентством!目標，紅色你個目標。消滅目標。